Представители туристической сферы осмотрели комплекс «Имарят» музея хлеба, руины драматического театра. Они также посетили крепость Шах-Булах, Агдамскую мечеть Джумя и мечеть Селеги Яслы. Участники поездки воочию увидели последствия акта урбицида, совершенного армянами, и оценили существующие туристические возможности района. В мире туризма есть термин «dark tourism», то есть «черный туризм». Действительно, весь Карабах, особенно регион Ахдама, находится в этом положении. Нам нужно показать туристам, что натворили здесь армянские дикари с таким красивым местом. В будущем, уже после того, как здесь будут обеспечены вопросы инфраструктуры и безопасности, мы сможем представить Карабах, Ахдам, как новые туристические направления. И туристы, и туристические компании смогут разработать новые туристические маршруты и представить их своим клиентам. Участники поездки также ознакомились с проделанной работой по реконструкции и восстановлению района, в том числе города Ахдам и его туристическими возможностями. Прежде всего, мы должны были показать зверства и вандализм, совершенные нашими врагами. Они должны были это видеть. Во-вторых, мы должны были ознакомить их с богатым туристическим потенциалом Карабаха. И в будущем мы, конечно, должны будем эффективно его использовать. Поездки под названием «Наш путь в Ахдам» планируется осуществить и в другой, очищенной от мин части района. Они будут проведены под наблюдением гидов, водителей и организаторов, прошедших обучение на основе специальных правил. Сакина Хаджиева, Гюляр Хатемова, новости.